Май продолжает радовать нас по-настоящему летней погодой. 15 мая в Сарове ясно, утром плюс 14, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Ночью возможны осадки плюс 15. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями. Утром плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Ночью плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В столице с утра небо затянет облаками плюс 11. Днем синоптики обещают дождь плюс 22. Ночью плюс 12. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.